ехали, короче, мы с Дашей какие-то ялтинские ебеня, извините меня за выражение. Нашли вот здесь вот инжир, смотрите, инжир. Тот, который в Симферополе продают за большие бабки. Кстати, Даш, я нашел синий. Я тебе сейчас сову инжир синий. Не упаду, смотри! Прям с дерева, сука, сорву. Ух ты! Но он еще такой. О, смотри какой! Специально для Даши инжир. А? Ой, что он такого выделяет? Это он кончил. Твоя честь, день рождения. Инжир, там еще один есть, вон он. Я такой не боюсь, я боюсь такой есть. А чего ты боишься? Ты инжир. Он, наверное, еще не поспел. Тьфу. Невкусный, что ли? Не созрел? Блять. Не? А ну, разломай его хотя бы. Попробуй. Фу, не хочу. Лизни. Давай попробую. Так это жопка. Давай лизну. Фу, блядь, горький какой-то, сука. Смотри, тут не только мы плевались с тобой, вот еще кто-то плевался. Блядь, какой он горький, сука. А вот там внутри, смотрите, какой. Покажи. Ну да, его ж там надо есть, вот. Вот. Его вот здесь сидят, вот так откусывают, вот. Смотри, какой. Охуеть. Это мое правильное слово было только что. Ну давай, я попробую уже. Они то сейчас полезут. Не сорвал. А, ну ладно. На, попробуй, тут можешь попробовать. Кусочек, да? Хороший, не переспевший. С дерева. Смотри, там еще есть, Даша. Вон. Да пошли. Ну ладно. Мы же сюда не за инжиром приехали, а за канатной дорогой. Короче, канатную дорогу мы не видим. Вот в чем прикол, понимаете? Мы только стойку нашли от этой канатной дороги. И вагончики ездят. А как на нее попасть, мы не знаем. Сейчас спросим у кого-нибудь. Спросили у хорошего человека, как нам попасть к канатной дороге. И, короче, он сказал, вот так вниз идите. Вот здесь такая вот дорога прекрасная. Нам надо наверх, а он нам говорит, идите вниз. Ну, наверх мы поедем на канатной дороге. Смотрите, море! Эй! На море. Вот. Спускаемся к канатной дороге. Я смотрю, тут машины ездят, да? Такая разбитая дорога. Тут стройка идет, блин, вообще, короче, тут все строится, берег расстраивается, вам ничего не видно, тут одни деревья. Пошли на канатную дорогу. Идем с Дашей на канатную дорогу. Нужно немножко подбухнуть, как я это говорю, потому что уже надо. Ну как это не надо, Даш? Сегодня что у нас, день рождения или что? Или день говнения? А? Вот, отсюда я вам покажу море. И... Ну ладно. Покажу им, короче, море. Ну, вам покажу. И стройку. Не знаю, какие-то санатории строятся. Показываю. Продолжаем спускаться, короче, и на самом деле мы не знаем, правильно ли мы спускаемся, и за нами еще люди идут. Не думают, что мы правильно идем, и как бы за нами идут. Вот, какая-то там беседка красивая, сейчас мы вам покажем. Егор, у нас времени нет. На что у нас времени нет? Она закрытая, до нее идти еще далеко. И нам надо попасть на эффекты. Да? Бля, чуть не наебнулся, блядь. Да. Чуть не упал, короче. Вот видите, какие камни и люки вот такие открытые. Это... Я не буду это вырезать, это наоборот самый сок будет. А? Я замедлю этот момент. Как я чуть не пизданулся, блядь. Да. Ой, забыл, что нельзя материться. Ни во влогах, ни во в жизни. Потому что Даша бьет по губам, а во влогах это некрасиво. Но бывает иногда, когда эмоции зашкаливают, пару матов там вылетит. Но это ничего.
страшного. Кстати, вон, видите? Тот самый IP3. Я иду вам, разговариваю, рассказываю тут. А он за мной. Вон беседка. Вот так покажу. Это беседка.